Сегодня день государственного флага Российской Федерации. Жители Карачаева-Черкесии с праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Наш триколор является символом свободы нашей страны, ее мощи, верного и непоколебимого движения вперед по выбранному пути. Но кроме того, бело-синий-красный флаг знаменует собой единство всех многочисленных народов, этносов и конфессий, живущих в едином доме под названием Россия. Для каждого из нас честь быть частью государства нашей великой Родины. Российский народ объединяет славное прошлое нашего Отечества и наше стремление трудиться во имя страны, созидать, укреплять ее экономическую мощь, ее суверенитет и международный авторитет. Сейчас, в период специальной военной операции и небывалого давления недружественных стран и обстоятельств, это стремление имеет особое значение и ценность. Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам благополучия, здоровья, успехов, благоденствия в каждый дом, а также процветания, больших побед и достижений нашей стране, великой России, каждому ее региону, говорится в поздравлении.